Дорогие мастера, всем привет! Сегодня у нас небольшое видео, сколько пучков за одну минуту может формировать мастер. У нас такой небольшой баттл. Это я и преподаватель моей школы Елена. Итак, поехали. Сколько пучков за одну минуту может сделать мастер? Мы уже с Леной несколько раз попробовали, потренировались, и примерно могу вам сказать, что за одну минуту таких качественных, хороших пучков можно сделать 4, ну, максимум где-то 6 получается. То есть в 10-15 секунд мы выполняем один пучок. Сейчас у нас осталось 16 секунд. Все уже закончили. И то, что давайте посмотрим результат, какой у нас получился. Сколько у тебя? 4, и у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5 пучков. Ну, такой примерно получается результат. Это мы сейчас сделали в ручной технике. Чуть-чуть все равно скажу, что, конечно, мы торопились, потому что хотелось сделать побольше. Но также мы сейчас попробуем вам продемонстрируем, сколько пучков мастер может сделать в ленточной технике за одну минуту. Итак, давайте теперь попробуем, сколько пучков мастер может сделать в ленточной технике. Мы работаем немного в разных техниках с Леной, с ленты. Я работаю как бы методом взять прядь, поставить рядышком и раскрыть, а Лена сразу оттягивает прядь и на ленте раскрывает, не перехватывая. В общем, пучки делаем с таким же объемом 3-4. Мы также уже попробовали несколько раз в ленточной технике, и я могу вам сказать, что пришли к выводу, что в ленточной, что в ручной технике количество пучков примерно формируется одинаковое за одну минуту. То есть на пучок будет уходить от 10 до 15 секунд. Так, мой последний пучок. Это четвертый был. Сейчас я его установлю. И получились вот такие вот пучочки. Здесь немножко я объем больше брала. Вот, я сколько? 3 получилось, да? Ну, я вам могу сказать, что мы просто несколько раз попробовали, и действительно получается, что выполняется 15 секунд, где-то 10-15 секунд один пучок. То есть за минуту это 4-5 пучков, что в ленточной, что в ручной технике, поэтому количество времени на наращивание и в ленточной, и в ручной технике примерно выходит одинаковое. Правильно? Да. Все со мной согласны. Кто не согласен, пишите комментарии.